мистецтво створювати факти. Жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «В деталях». И с вами в студии политтехнолог Андрей Острев и журналист Игорь Пох. Здравствуйте. Мы продолжаем нашу серию программ, связанных с тем, что мы изучаем наш депутатский корпус по специализации, что конкретно какой депутат может принести, что конкретно, с какими целями и задачами данные депутаты пришли. И сегодня мы продолжаем исследовать. И сегодня у нас депутат-юрист Елена Киселева. Добрый вечер. Добрый вечер. Елена, и стандартный уже у нас вопрос, это что вас побудило прийти в горсовет, для чего, что вы там хотели бы добиться и какие вы проблемы собираетесь решить? Ну, основная моя цель, чтобы проблем было как можно меньше, для того, чтобы было меньше необходимости решать какие-то проблемы. И вызовы сегодняшнего времени говорят о том, что непрофессионализм депутатского корпуса очень дорого обходится территориальной громаде, а именно обходится просто дорого нашим гражданам. Поэтому чем выше профессионализм депутатского корпуса, тем проще решаются какие-то проблемы у наших горожан. И это основной, можно сказать, лейтмотив. Скажите, вы говорите о непрофессионализме, как вы считаете, в чем профессионализм должен быть вот именно депутата? Ведь депутаты это по большому счету представители громады, они нигде депутатству не учат. Знаете, вообще по жизни мало где учат. Жизнь так устроена, что если хочешь научиться, учись сам. И если ты куда-то идешь с целью что-то решать, то как минимум определенный уровень знаний у тебя должен быть. В целом о депутатском корпусе основная проблема – это вначале слаженная работа. То есть это как в пионерском лагере. Все приехали, вначале знакомятся, вначале возникают какие-то конфликты. А к концу уже смены все подружились, сложили какую-то общую тему, сложили общую историю, и все хорошо. А на каком этапе сейчас наш городской совет, как вы считаете, вот если по аналогии пионерского лагеря, еще все ссорятся или уже как-то кристаллизуется как какое-то взаимное сотрудничество? Нет, уже все поняли, что ссориться уже хватит. И поэтому уже все понимают о том, что нужно переходить к конструктивной работе. И это уже самое главное, наверное, что на сегодняшний день мы имеем. Потому что все уже осознали от того, что постоянные конфликты в депутатском корпусе ничего хорошего не принесут нашим гражданам. Ну да, учитывая того и бойкот оппозиционного блока, который там трижды не приходил, выражая свою какую-то, видимо, тоже солидарность с кем-то. Ну, опустим это. Давайте все-таки вернемся к профессионализму. Вот смотрите, давайте так, вот как вы считаете, каким набором минимальных профессиональных знаний должен обладать сегодня депутат городского совета, по вашему мнению? Как принимаются решения Николаевского городского совета, какие правовые последствия они несут и что будет или чего не будет, если эти решения не принимаются. Это тот стандартный набор, с которого мы должен каждый начинать депутатский корпус. То есть вы все-таки сторонник того, что нужна базовая юридическая грамотность? Ни в коем случае. Должна быть просто, то есть определенный уровень знаний, которые необходимы для работы в депутатском корпусе. Несмотря на то, что депутат – это условно общественник, да, потому что это не работа, но деятельность, которую он ведет, оказывает влияние на очень большой круг людей. Как минимум, это жители его округа, это, в общем, город в целом. У меня будет, может быть, личный вопрос, может быть, глубоко личный, но я попрошу все-таки вас ответить, Лен, если захотите. Я знаю, и многие знают, что вы глубоко верующий человек. И вот меня в этой связи интересует вот такое. Политика, как известно, искусство компромисса. То есть, говоря простым словом, это искусство договариваться между собой. Опять же, не является секретом, что у нас очень много фарисействующих особ в советах всех уровней. Как сочетается, может сочетаться, по-вашему, условно исполнение заповедей, да, с фарисейством? Как вы на это смотрите?
Я обратила внимание в начале вашей передачи, шли титры, да, и звук говорил о том, что политику можно победить порядочностью. Мне сразу это резануло слух. Вот я думаю, политику порядочностью побеждать ничего не нужно. Нужно просто быть порядочным в политике. И 10 заповедей в любой сфере жизнедеятельности человека как нельзя лучше помогают и делают тебя сильнее. Когда ты поступаешь порядочно не на, наверное, на показуху, а просто это твоя внутренняя глубокая ценность, то тебе проще жить, тебе проще выносить все, не побоюсь этого слова, и плевки, которые в твой адрес летят, и сплетни, и, скажем так, интриги. Просто когда ты внутри себя цельный, и когда ты понимаешь и знаешь истину, ну или как минимум к познанию истины ты стремишься, а основная истина у нас это Библия, поэтому тебя это, повторюсь, делает сильнее, и мне лично так проще. Но это касается вашего внутреннего мира. А я имел в виду, как это сочетается с искусством компромиссов. То есть вот вам нужно, например, договариваться как представителю одной политической силы и фракции, да, с другими, которые не согласны с какими-то там мнениями внутри Совета. Это искусство, нужно договариваться. Как? Если, ну, вот, если вот для меня это для меня такую, это загадка. Вы такую интересную тему подняли, так я вам скажу. Притча Соломона. Там все искусство договоренности уже давным-давно описано. Это и есть искусство договариваться. То есть принимая мудрые решения, честные по отношению даже к тем, с которым нужно договариваться, у тебя всегда есть шанс убедить оппонента и всегда принять конструктивное решение. Окей. Что ж, хорошо, продолжим тогда, мы отойдем немножко от темы религии. Все-таки это не религия. Это, хорошо, не религия, а о религии, да? О мировоззрении, хорошо. Просто вы у нас не только юрист, но еще и верующий человек, и в любом случае мы как бы изучаем вас лично, да, и вот хотим зрителям показать не только... Разные стороны. Да, разные стороны, то есть мы хотим показать, чего от вас ожидать вот в городском... от вашей работы в городском совете. Да, продолжим. Хорошо. Скажите, вот есть какие-то цели и задачи, которые вы для себя поставили на вот на эту каденцию? И вот, то есть имеется в виду конкретные цели, не просто там быть добру, там миру мир, а вот какие-то конкретные цели и задачи, там что-то реформировать или что-то трансформировать, изменить как-то систему городского управления. Если они есть, то, пожалуйста, озвучите, и если озвучите, тогда расскажите, на каком этапе это все находится и какую основную проблематику это решит. Да, безусловно, такие цели есть и задачи, которые сегодня уже временем ставятся. Мы все знали, слышали о том, что есть такое понятие, как децентрализация власти. Да, вот оно на слуху у всех, но каждый его понимает по-своему. Что такое децентрализация власти? Нам отдали, местным советам, нам отдали очень много функций и полномочий. И это только начало пути. Еще будет добавлено определенные поставленные задачи. То есть государство передает сферу ответственности и выполнения задач на места. О чем это, так я попробую раскрыть эту тему более детально, для того, чтобы это было понятно нашим слушателям. Нам передали полномочия по регистрации объектов недвижимости. Нам передали полномочия по регистрации земельных участков. Но это такая как бы тема, которая не всех касается. Но вот все, что связано с миграционной службой, условно это паспортисты, те, которые раньше были в органах УМВД, теперь это наша парафия. То есть мы для себя приняли очень колоссальную сферу и объем полномочий и работы. То есть сегодня паспортисты – это, по сути, наши люди, которые работают в органах местного самоуправления. То есть это чиновники местного самоуправления. И этот момент прошел вначале очень напряженно, потому что наблюдался определенный сбой. Как бы все знали о том, что у нас эти полномочия будут, но на 100% подготовиться мы не смогли. Не буду называть ряд причин, которые были в основе этого, но в принципе мы эти полномочия приняли, и мы эту функцию сегодня выполняем. Поэтому люди сегодня идут не как раньше ходили в РУВД, сегодня они ходят в администрации, сегодня они ходят в Дозвельный центр Николаевского городского совета. Что дает это для бюджета? То есть мы получаем часть денег за эти действия. И как бы, в принципе, мы понимаем, что у нас происходит в этой сфере.
Это ответственные моменты. И дальше еще впереди идет определенная реформа. Как я понимаю, нам еще будут переданы процедуры, которые по регистрации автомобилей. В общем, пока это обсуждается, но направление деятельности такое есть. Плюс опять нам вернули регистрацию юридических лиц, предпринимателей. То есть то, что давно забрали у местных советов, сегодня им возвращают. Туда же пойдут и ЗАГСы в скором времени. То есть объем полномочий у местного совета возрастает. То есть мы должны давать дополнительную услугу. И здесь возникает сразу дискуссия и дилемма. Получив полномочия, да, как бы по логике мы должны расширять штат. Ну, потому что объем работы больше, значит, и тех, кто выполняет эту функцию, должно быть больше. Расширяя штат, мы должны увеличивать фонд оплаты труда, соответственно. И вот найти здравый компромисс, либо перераспределить как-то функционал внутри той системы, которая есть, либо набирать новых сотрудников через конкурсы. Вот это и есть основная и дискуссия, и полемика, и, в принципе, проблема. Но в связи с тем, что таких каких-то нерешенных проблем сегодня нет, но мне хочется верить в том, что мы с этими пока задачами справились. Пусть не на пятерку по пятибалльной системе, но на 3+, наверное, да. Ясно, спасибо. У меня следующий экзистенциальный вопрос. Вот как вы считаете, вот представим себе, что в городской совет во всех абсолютно фракциях будут одни юристы. Будет катастрофа. О, вот я хотел как раз спросить, что будет в этом случае? Катастрофа. То есть, с одной стороны, все будут юридически подкованы, грамотны, вот, а с другой стороны, будет катастрофа. Ну, вы же знаете, два юриста, три мнения. Это же всегда так было, есть и эту аксиому, никому не дано изменить. Хорошо, тогда вот у нас уже прошло две программы, где у нас был депутат-бизнесмен и депутат-волонтер. Как вы считаете, в каком процентном, по вашему мнению, да, в каком процентном соотношении должны быть представлены разные категории по специализации, имеется в виду, депутаты вот, в городском совете? Ну, давайте возьмем круглое число. Вот из 100 человек там должно быть вот сколько юристов, как вы считаете? Достаточно одного, в принципе. Если их будет больше, то это не помешает. Одного на весь совет, либо в каждой фракции? Можно одного на весь совет. Самое главное, чтобы этот человек мог выступать достаточным коммуникатором и достаточно аргументированно свою точку зрения высказывать. Иногда, когда один говорит и объясняет не юристам, всегда проще. То есть некий адвокат городского совета, да, ну, получается? Я бы не сказала так же адвокат. Юрисконсульт. Это тот, да, который определяет вовремя вызовы, которые будут, и начинает предлагать варианты решения тех проблем. То есть, в правовом поле имеется. Да, то есть в городском совете нужно, если мы, вот такая тема передачи юридическая, как на мою думку, нужно действовать от обратного, не решать проблемы после того, как они есть. Да, такое всегда будет, но нужно стремиться и стараться прогнозировать возможные проблемы и не допускать, чтобы они возникали. Вот это основной, наверное, был бы самый классный момент, если бы мы достигли такого решения. Хорошо, давайте теперь поговорим о политической конъюнктуре вот нашего горсовета. У нас горсовет сложился в такой интересной пропорции. И, собственно говоря, вот и о тех вещах, о тех задачах, о которых вы говорили, в частности, вот этих увеличения полномочий городской власти по отношению к оказанию услуг населению, да, и так далее, у нас сложилось вот такая интересная пропорция, где одной фракции практически, ну, минус одного человека, практически большинство, да, и все остальные, ну, нужно для того, чтобы принять какое-то решение наперекор этой фракции, нужно четко объединиться. Вот скажите, а насколько юристы способствуют объединению или наоборот, вот как вы считаете? Ведь, ну, чего греха таить, у нас есть еще юристы, но, правда, это, ну, скажем, то в вашей же фракции есть нотариус Кирилл Горбуров, тоже, ну, это тоже юрист. Конечно. И вот как вы считаете, способствуют юристы объединению или это все-таки люди, которые только вот законы все? Там даже какая-то есть пословица на эту тему. Я не думаю, что наличие юридического образования или профессиональная деятельность в данной сфере влияет как-то на вот именно на политические процессы или достижение компромиссов. Юрист, в принципе, это человек, который даст правовую оценку тому или иному моменту. Как правило, дискуссий
в городском совете вот таких глубоких юридических нет, но это кроме последних, вот пример могу провести, принятие бюджета-то, и у нас возник там некий конфликт по причине того, что это решение не было вывешено за 20 дней. Вот 20 дней это как бы такое, ну, принципиальное, в законе написано, да, все решения горсовета висят 20 дней для того, чтобы их ознакомились. Но дальше уже, как мне кажется, следует не стоять на принципах там юриста какого-то, да, и вот, вот должно быть так. Юрист-депутат должен понимать про последствия принятия или непринятия этого решения. Вот давайте моделируем ситуацию. Принят бюджет без 20 этих дней. Какие последствия? Ну, давайте по-честному, я свое мнение скажу. Да ну никаких. Потому что нету ни одного факта о том, что такие решения были бы опротестованы или отменены по причине того, что 20 дней это решение не провисело. Но непринятие этого решения вовремя или, скажем так, вот в эту дату, всегда несет какие-то определенные последствия. Какие определенные последствия? Просто эти детали, они до простых горожан, они как бы не доходят. Вот смотрите, каждый день непринятия бюджета несет риски того, что какие-то объемы работ не будут выполнены. Не будут выполнены не по причине того, что все чиновники там мерзавцы и негодяи, а просто есть сроки. Но у нас, как ни крути, 12 месяцев в году работы ремонтные проводятся в теплое время, и они должны быть закончены к концу бюджетного года. И то есть вот этот механизм, он расписан по большому счету по датам, то есть такой некий календарный план. Вот если вы опоздали там на недельку, на две, на три, то получается количество выполняемых работ, оно уменьшается. И сегодня у нас уже есть примеры того, что школы, больницы отказываются от денег, потому что они понимают, что они их не освоят. И вот для меня, как юриста, для депутата, что должно быть главным? Или формально подойти к этим 20 дням, или, извините меня, 20 дней, да, важно, но не, скажем так, не смертельно, а все-таки дать возможность освоить эти деньги, а освоение денег – это дополнительные блага нашим людям. Вот мне, как депутату, ну, прыкро, когда из-за 20 дней не будут установлены какие-то окна в школе или не будут не проведены работы у меня вот на округе велошколе. То есть вот эти моменты, баланс, то есть некий, всегда должен быть у депутата-юриста, и не только юриста, во главе угла. То есть, что полезно? Это как у доктора, да, действовать из того, что не навреди. Вот есть в данном решении «не навреди», значит, мы можем, по моему мнению, его принимать. А где грань? Вот, вы, в принципе, ответили на мой заранее вопрос, но вместе с тем, а где вот грань между нормой закона и здравой логикой, вот лично для вас? Лично для меня эта грань находится, ну, в принципе, она достаточно проста. Если мы что-то отдаем, то эта грань должна быть соблюдаться по закону. А если мы что-то получаем, ну, для города, то, наверное, эта грань может, пусть она не двигается, но вот этот и есть принцип разумности и целесообразности. Вот, опять же, мы на бюджете, да, как бы хороший пример. Вот, когда мы принимаем бюджет без 20 дней, город получает. А когда мы там, сейчас уже даже нет такого момента о продаже земли, когда мы продаем землю, то, в принципе, ничего не произойдет, если это решение будет перенесено на следующую сессию. Но это не сегодняшнего дня пример по земле, потому что в сфере земельных отношений у нас вообще пока клиника. И у нас еще стоит большой вызов принять так называемый зоник для города Николаева. Это... Но, насколько я знаю, у нас была в среду программа с Александром Сенкевичем и с Анной Полехой на тему как раз о том, что зонинга не разработали и, в общем, предоставили, собственно говоря, на утверждение вот сессия, которая будет на следующей неделе, насколько я понимаю. И, ну, мы пока не будем трогать, посмотрим, как депутаты ее за нее проголосуют. Это же юридический момент, я могу дать комментарий по этому поводу. Вот как бы некий зонинг, да, который все слышали, но никто, ну мало кто понимает, о чем идет речь. Зонинг – это документ, который, как правило, на жизнь пресечного громадянина априори не должен как бы влиять. Особенно это касается частной жилой застройки, особенно это касается тех людей, у которых развитие как такового, то есть на территориях, не предусматривается.
является. Но зонинг является документом, который либо позволяет им реализовать свое конституционное право на землю и дальше распорядиться и объектами недвижимости и земли, либо морозит эту ситуацию. И сегодня, вот опять же, принцип разумности и целесообразности. Вокруг зонинга можно находить дефектов очень много. Но в данном вопросе нужно подходить, кому мы вредим. А вредим мы реально из-за непринятия зонинга городскому бюджету, что приводит к потере поступлений от аренды, от земельного налога, от выкупов. То есть это те деньги, которые бюджет недополучает. И есть такая статья, это уже безвозвратные втраты. То есть это те деньги, которые мы могли бы собрать при наличии зонинга, но мы их в принципе потеряли. А раз потеряли, значит наши граждане не получат более комфортную больницу, не получат оборудование в школы, то есть не получат что-то. И сегодня мне как депутату получать отказы из-за отсутствия денег, когда я на какие-то виды работ, там, школу, в больницу, ну, то есть социально значимый объект, или тоже на детскую площадку на округе, мне очень, не побоюсь этого слова, больно, потому что я понимаю, что эти деньги могли бы у нас быть, и некоторые проекты могли бы быть еще реализованы. Поэтому вот этот баланс, он всегда должен находиться. То есть, я так понимаю, вы сейчас обоими руками за то, чтобы его все-таки принять хотя бы в такой редакции, которая он есть сейчас. Смотрите, мы принимаем скоро уже 2 года решения, которые, в принципе, не реализуются. Мы выделили землю атошникам, хорошее, благое дело. Рассказывали, пиарили этот проект, вот пошли. А люди, по сути, получили вместо земли бумажку, потому что земля – это актив. Активом можно распоряжаться. На нем можно строиться, дальше можно продавать, дарить, брать ипотеку. Но сегодня мы выдали нашим участникам АТО просто документ с печатью, по которому они ничего не могут сделать. Поэтому они заложники принятия решения по зонингу. И таких моментов очень много. Это я могу 3 передачи рассказывать, когда люди страдают из-за якобы формального решения. В данном случае это бездеятельность городского совета. Какими бы благими намерениями она не оправдывалась, но тот принцип разумности, целесообразности и ответственности перед гражданами, он должен быть всегда основным. Вот по поводу ответственности, буквально еще там пару вопросов, у нас осталось там не так много времени. Вот смотрите, первое, как вы считаете, вот как юрист и как человек, здравомыслящий, скажем, да, как вы считаете, какую ответственность должны нести депутаты городского совета за популистские блокирование здравых решений? Вот как вы считаете? Как юрист или как избиратель? Ну, как избиратель, это понятно, мы не голосуем в следующий раз на него. Но вот в любом случае должен быть, смотрите, мы выбрали там на 5 лет депутата. И, грубо говоря, вот он 5 лет что хочет, то и делает, так же тоже нельзя. То есть, должна быть какая-то, по идее, ответственность. Как вы считаете, какая это должна быть ответственность? Мне как юристу сложно отвечать на ваш вопрос, потому что я сейчас начну его детализировать. Депутатах идет речь? Вот неважно. Вот, например, смотрите, у нас была такая проблема, скажем, у нас был с запозданием принят бюджет. Да? Это привело к непоправимым уже последствиям. То, собственно, о чем вы говорили, его было, уже невозможно было реализовать каким-то образом, какие-то проекты уже не смогут быть осуществлены. Это же у нас сфера ЖКХ постоянно страдает даже на эту тему, потому что деньги выделили поздно, и они пытаются успеть в этом году хоть что-то сделать, хотя планово гораздо хотелось сделать больше. Да? Вот давайте себе предположим, что по вашему мнению личному, вот есть такие депутаты, предположим, да, которые намеренно проваливают какие-то социально необходимые проекты. Как вы считаете, какая должна быть ответственность? Кроме личной. У нас с личной ответственностью беда, особенно если говорить о облсовете сегодня, после многочисленных скандалов там. В теории, какая должна быть, по вашему мнению, ответственность? Я могу на эту тему очень долго рассуждать, но мне сложно занимать ваше время эфира по причине того, что вы сказали, я юрист. Не может быть никакой формальной ответственности, которой мы, как бы мы этого не хотели. Кроме, извините меня, чучела для битья, но это моральный аспект. Только политическое. Политическое, угу. Потому что принятие решения – это коллегиальное решение. Личной ответственности за это как бы нет, у нас закон это не предусматривает. Вопросы моральности – это тема для другой передачи. Хорошо. Смотрите, у нас осталось 2 минуты. И стандартный вопрос, который мы задаем
всем участникам вот этой серии программ, да, вот представим, что у нас выборы, вот, наметились вот ближайшие выборы опять в горсовет. И вот на встрече избирателей я вот такой вредный задаватель вопросов, я говорю, а что конкретно вы, почему я должен за вас проголосовать? Ну, имеется в виду не потому, что вы мне там остановку почините и так далее, а вот идеологически, что конкретно вы привнесете в городской совет? Вот чего ждать от вашей работы? Чего ждать от, лично от моей работы? Да. Ну, вот как юриста, как человека верующего, вот мы сегодня раскрыли ваши, вас с разных сторон. Первое, чего от меня ждать, это правдивой позиции. Вне зависимости от того, что обо мне думают, я стараюсь говорить правду. Иногда это очень сильно бьет по тебе, но это нормально, это честно, как минимум перед твоим избирателем. Потому что, когда ты приходишь на округ, не нужно юлить, и не нужно рассказывать, что будет город-сад, что будет всеобщее благо, а где-то есть злые тролли, которые мешают это реализовать. То есть есть набор проблем и есть набор инструментов, которыми их можно решать. А есть проблемы, которые мы не в состоянии решить. Ну, как минимум, мы должны их озвучивать, но должно быть честное донесение информации о том, что мы на них не влияем. Поэтому от моей деятельности что могут иметь мои избиратели, это правдивую позицию, жесткую позицию по защите их интересов, когда это необходимо, и нахождение решений, наверное, даже в самых невозможных ситуациях. С тем же зонингом, когда люди не могли получить свое право, мы ходили с исками в суд. Но это немножко другая уже как бы история. Поэтому от меня, как от депутата, я могу первое донести коллегам ту или иную позицию по какому-то вопросу, по решению. Вне зависимости от того, нравится им мое мнение или не нравится, они получат объективную информацию. Ну, а граждане уже получат результат от принятия или непринятия коллегиального решения. Что ж, спасибо большое. Спасибо, Елена, что пришли и вот ответили на наши вопросы. Как вот сегодня мы, наверное, выступали в роли таких избирателей. Вот хотим мы все-таки знать, что у нас за депутаты, какой у нас качественный состав нашего депутатского корпуса, чего от него ожидать. Наверное, сделают выводы больше зрители. Собственно, на этом наша, наверное, передача закончилась. Спасибо, Елена, что были с нами. А для наших зрителей напомню, что мы сейчас делаем серию передач, где раскрываем депутатов разной специализации, как выяснилось, и разных моральных взглядов. И посмотрите нас, не забывайте о том, что сегодняшний состав городского совета – это те люди, которые управляют нашими с вами деньгами, нашим с вами имуществом. И кому доверить свои деньги, свое имущество, мы должны разбираться лучше. Спасибо за то, что были с нами. До свидания.